Обсуждение последних достижений в области нанотехнологий и проблем развития наноиндустрии в России состоялось на 6-й международной конференции «От наноструктур, наноматериалов и нанотехнологий к наноиндустрии», проходившей в стенах Технического университета. Конференцию открыл академик РАН Алексей Липанов. Нанотехнологии, исследования наноструктур продолжают набирать силу. И не только в исследовательском плане, но и в плане непосредственного практического использования. Поэтому неудивительно, что только тезисы докладов, которые Владимир Иванович подготовил, представляет собой вот такой том. В студенческом центре «Интеграл» состоялось заключительное мероприятие фестиваля народов общежитий с юбилеем «Любимый механ». Вы привели великолепную спортивную, танцевальную, культурную, развлекательную, тусовочную работу и сами куете счастье своими руками. Добрый путь, творим, кричим, выступаем, танцуем, улыбаемся вместе. В мероприятии приняли участие все 5 студенческих команд университетских общежитий. В рамках фестиваля были проведены многочисленные спортивные соревнования, а также конкурс на лучшую презентацию команды общежития и лучший видеоролик о вузе. Последний этап всегда самый трудный. Студенты приняли участие в конкурсе на тему «Будущее поколение ИЖГТУ», представили карнавальные костюмы, сделанные из подручных материалов, и продемонстрировали их в танце.